В эфире итоговая программа «Время говорить». В студии Алена Куколева. Здравствуйте. И вначале коротко о главном. Рязань – столица ВДВ. 137-му полку присвоено наименование «Место службы». В Рязани будут готовить чемпионов. На открытие Академии большого тенниса приехал министр спорта Виталий Мутко. В Рязани продолжает раскручиваться коррупционный скандал вокруг регионального министерства сельского хозяйства. Вечером во вторник по подозрению в получении взятки задержан заместитель министра Геннадий Ноздрин. А в пятницу в Советском районном суде Рязани состоялось заседание, на котором Геннадию Ноздрину избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Также несколько информационных агентств сообщили, что первый заместитель председателя правительства Рязанской области Дмитрий Андреев покинул свой пост. Дмитрий Андреев в правительстве Рязанской области с декабря 2012 года. Сначала он возглавил Министерство сельского хозяйства и продовольствия. В ноябре 2013 года стал заместителем председателя правительства Рязанской области, сохранив за собой руководство региональным Минсельхозом. В 2014 году назначен на должность первого зампреда. По данным СМИ, Андреев сейчас находится в больнице. Губернатор Рязанской области Олег Ковалев в четверг вечером прокомментировал дело о коррупции в Министерстве сельского хозяйства области. Губернатор Олег Ковалев в своем комментарии назвал коррупционную борьбу одним из самых сложных направлений деятельности. Однако, благодаря совместным усилиям правоохранителей и представителей исполнительной власти, регион очищается от коррупционеров, отметил Олег Ковалев. И также добавил, что сейчас ведется следствие в отношении ряда лиц, в том числе бывших должностных лиц. Кто и в чем виновен, а также степень вины определит суд. Но как губернатор области я не могу позволить, чтобы в структурах правительства Рязанской области, исполнительных органов государственной власти работали люди, которым утеряно доверие. Покрывать я никого не намерен. Это конец цитаты. На неделе главу Шацкого района Виктора Молоткова оштрафовали на 500 рублей за неповиновение сотруднику полиции. Его поймали пьяным за рулем. Прокуратура проверит справедливость решения по этому делу, и ответ будет дан в течение недели. Глава Шацкого района Виктор Молотков был задержан 11 августа сотрудниками автоинспекции за езду в нетрезвом виде без каких-либо документов. От освидетельствования на состояние алкогольного опьянения Виктор Кузьмич отказался. Он был оштрафован районным судом на весьма незначительную сумму за то, что не предъявил сотрудникам ГИБДД документы, предусмотренные правилами дорожного движения. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 500 рублей. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Помимо этого, по решению регионального политсовета «Единой России» Виктор Кузьмич уже был отстранен от должности секретаря районного отделения. Исполнение обязанностей возложено на его заместителя Валерия Астахова. Также судом в адрес начальника ОМВД России по Рязанской области для проведения служебной проверки направлено сообщение о нарушениях, допущенных сотрудниками ДПС ГИБДД при оформлении административных материалов в отношении Молоткова. То есть в отсутствии действий по освидетельствованию Виктора Кузьмича на состояние алкогольного опьянения. Масштабную замену уличных фонарей в Рязани могут признать грандиозной аферой. Накануне прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Наша телекомпания неоднократно говорила на тему тусклого освещения на улицах города. И спустя полгода после публикации сотрудники правоохранительных органов провели проверку по установке фонарей на 26 улицах Рязани. Городские управленцы, устанавливая новые диодные фонари, очень радели на то, что столь прогрессивное решение удовлетворит потребности рязанцев в качественном освещении дорог и значительно разгрузит электросеть. И если второй пункт ожидания наверняка оправдал полностью, то по первому вопросу у жителей города остались претензии, причем вполне справедливые. Прокуратура Рязанской области совместно с сотрудниками Управления экономической безопасности провела проверку соблюдения федерального законодательства и технического регламента при установке на 26 улицах Рязани новых систем уличного освещения. Надо сказать, что этот сервисный контракт он изначально вызвал много вопросов. И мы на него обратили особое внимание в связи с тем, что было многочисленное обращение граждан на качество освещения в городе. И в том числе и средства массовой информации неоднократно обращались к нам за дачей разъяснений. Поэтому нами было принято решение совместно с депутатами Рязанской городской думы создать комиссию, которая разбиралась в этом энергосервисном контракте. То, что сейчас прокуратура области возбудила уголовное дело, по моему мнению, это абсолютно правильно.
Прокуратурой установлено, что в мае 2014 года дирекция благоустройства города заключила с ООО «ГПБ «Энергоэффект» контракт на повышение энергетических ресурсов системы уличного освещения областного центра. Поставщиком оборудования по контракту являлась местная компания «Новый свет». На 26 улицах города были установлены новые светильники. При этом в ряде случаев со столбов были убраны старые лампы, которые хорошо освещали территорию. В дальнейшем при измерении яркости наружного освещения улиц были выявлены несоответствия новых светильников параметрам, определяемым ГОСТом, да и сами лампы не соответствовали характеристикам, заявленным в техническом паспорте. Вот эти светильники, которые были установлены по городу Рязани, на самом деле значительно по своим параметрам отличаются от тех параметров, которые были указаны в паспортах изготовителя. Прокуратура и сотрудники УМВД пришли к выводу, что не было обеспечено полезного эффекта от использования новых светильников и не была достигнута энергетическая эффективность применения этих светильников. Ущерб же муниципального учреждения дирекции благоустройства города в результате установки некачественных светильников составил более 10 миллионов рублей. Прокуратура Рязанской области направила материалы проверки в следственные органы. По результатам их рассмотрения было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Показательными выступления десантников и награждением победителей завершился в четверг международный этап армейских игр. Конкурс длился 10 дней. В нем приняли участие команды из России, Китая и Белоруссии. Соревнования проходили на 11 площадках страны. На полигоне в Рязанских Дубровичах провели конкурсы «Десантный взвод» и «Авиадартс». Прошедший четверг на Рязанском полигоне Дубровича завершился последний конкурс армейских международных игр 2015. Напомню, что конкурс «Десантный взвод» проходил в Дубровичах с 3 по 11 августа. В соревнованиях принимали участие десантники из России, Белоруссии и Казахстана. На церемонии закрытия десантного взвода было вручено более 120 медалей участникам. Первое место заняли российские десантники, на втором месте команда Китайской Народной Республики. Десантники Республики Беларусь заняли третье место. Десантники трех государств – Китайской Народной Республики, Республики Беларусь и Российской Федерации – показали умения, навыки, волю к победе, проявили высокое мастерство и тем самым порадовали захватывающей борьбой. Победители финала и представители команд-участниц международного этапа конкурса «Десантный взвод» примут участие в церемонии закрытия армейских международных игр 2015. Напомним, что на полигоне в Дубровичах в рамках армейских игр 2015 проходили также соревнования в точности стрельбы среди летчиков «Авиадартс». Всего в конкурсе участвовало около 50 экипажей на 12 типах самолетов и вертолетов. И здесь также лучшими оказались именно российские военные авиаторы. Надо сказать, что международные армейские игры в этом году продлятся до 15 августа. Соревнования среди разных родов войск проходили сразу на 11 полигонах по всей России. Свое мастерство и профессионализм показывали 57 команд из 17 стран, в 14 дисциплинах которых разыгрывалось 480 комплектов медалей. Торжественное закрытие армейских игр состоится 15 августа в подмосковном Алабино. Не менее значимое событие для военных произошло в 137-м десантном полку. С этого года он будет называться Рязанским. Таким образом, в современную армию возвращаются многовековые традиции военной России – именовать полки по месту их дислокации. Рязани называют столицей ВДВ еще и потому, что здесь дислоцируется 137-й гвардейский парашютно-десантный полк. Пятеро офицеров полка за участие в военной операции на Северном Кавказе стали героями России. А недавно удостоился награды и сам полк. 22 июля 2015 года президент России Владимир Путин присвоил 137-му гвардейскому парашютно-десантному ордена Красной Звезды полку почетное наименование «Рязанский». Это честь для каждого десантника, особенно десантника нашего полка, потому что ранее полк неофициально именовался «Рязанским», но теперь каждый десантник нашего полка, военнослужащий, может говорить, что да, действительно, полк «Рязанский». 137-й гвардейский парашютно-десантный Рязанский орден Красной Звезды полк. Это праздник, это определенная дата в нашем году, в нашем календарном году, и будет отмечаться военнослужащими, поддерживаться традиции, чтобы гордились не только ветераны, не только действующие военнослужащие, но и перенимали традиции молодое поколение. В четверг на территории воинской части состоялось торжественное обновление боевого знамени. Почетное наименование полку присвоил командующий ВДВ Владимир Шаманов. Присвоить 137-му гвардейскому
парашютно-десантному ордена Красной Звезды, полку, почетное наименование «Рязанский». И впредь именовать... Почетное звание присвоили за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и заслуги в мирное время. Как отметил командующий ВДВ Владимир Шаманов, полк является базовым для подготовки парашютно-десантных войск. И такая награда вручается не только коллективу, но и многим поколениям. Воинская часть ведет свою историю с ноября 1948 года. Теперь ее официальное название звучит так: 137-й гвардейский Рязанский парашютно-десантный орден Красной Звезды полк. Визит недели. Министр спорта Виталий Мутко заявил, что Рязанская академия большого тенниса имени Николая Озерова станет первой из 12 региональных площадок, где будут готовить чемпионов. На открытии центра побывала Оксана Тебенихина. Открытие Академии тенниса в Рязани стало громким и значимым событием для спортивного сообщества города и области. Почетными гостями торжества стали министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко, губернатор Олег Ковалев, президент Всероссийской Федерации тенниса Шамиль Торпищев и заслуженный мастер спорта, экс-первая ракетка мира в одиночном разряде, призер Олимпийских игр Динара Сафина. Я хотел бы выразить такое большое удовлетворение, что нам удается открыть сегодня еще один спортивный объект на Рязанской земле. 7 лет назад мы с Олегом Ивановичем подписали соглашение о развитии физической культуры и спорта Рязанщине, и вот за эти годы построили совместно около 30 спортивных сооружений. Академия тенниса включает в себя 12 открытых кортов, в том числе центральный корт с трибунами на 500 зрительских мест с навесами, 6 крытых кортов с трибунами на 432 места, спортивный зал, раздевалки, мини-футбольное поле, теннисную стенку, гостиницу для размещения спортсменов, столовую, кафе, а также музей Николая Озерова. В этом году планируется организация спортивной подготовки для 4 групп на 30 мест. А в 2016 году количество групп увеличится до 12, и уже 100 человек смогут обучаться теннису на профессиональной основе. Шамиль Торпищев заявил, что Рязанская академия тенниса в будущем может стать местом проведения матча Кубка Дэвиса и Кубка Федерации. Посещать академию смогут не только спортсмены, но и все желающие. В России планируется открыть еще 12 подобных центров. К новостям экономики. О том, что Центральный банк России отозвал лицензию входящего в топ-100 России «Пробизнесбанка», вкладчики узнали в среду. На неделе у рязанских офисов кредитной организации выстраивались в очереди пострадавшие клиенты. Причиной прекращения деятельности стала высокорискованная политика банка. В сообщении Центробанка отмечается, что «Пробизнесбанк» проводил высокорискованную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В результате кредитная организация полностью утратила собственные средства. А руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации деятельности кредитной организации. При таких обстоятельствах ЦБ исполнил обязанность по отзыву у банка лицензии на осуществление банковских операций, комментируют представители госрегулятора. По величине активов, согласно данным Центробанка, Пробизнесбанк занимал на 1 августа 2015 года 51 место в банковской системе России. Надо сказать, что он являлся участником системы страхования вкладов. Однако сейчас к рязанским офисам этого кредитного учреждения выстраиваются очереди из бывших клиентов. В этой стране никому, никакому банку и даже себе уже верить нельзя. Все, что я могу сказать. А вы вкладывали деньги или как? Я и предприниматель, и вкладчик. Сейчас до руководства Пробизнесбанка дозвониться не удается. При этом все рязанские офисы закрыты. Пострадавшие вкладчики могут получить информацию на сайте агентства по страхованию вкладов. Стало известно, что с понедельника начнутся ремонтные работы на привокзальной площади железнодорожного вокзала «Рязань-1». По словам начальника вокзала, срок необходимого ремонта составляет примерно месяц. Поэтому площадь будет частично перекрыта все это время. Прилегающая площадь, привокзальная площадь будет приводиться в соответствии с требованиями транспортной безопасности. И на время проведения ремонта здесь, конечно, будет ограничен въезд и нахождение автомобильного транспорта на этой территории.
Рязанские дороги постепенно оборудуются системами фото- и видеофиксации. Причем высокое качество полученных снимков, как сообщают дорожные инспекторы, позволит запросто определять номера нарушителей даже в ночное время. По статистике, каждое второе дорожно-транспортное происшествие происходит по вине водителя, который превысил скорость. Таких лихачей, к сожалению, год от года становится только больше. Для борьбы с любителями скорости сотрудники регионального управления ГИБДД вооружились видеофиксаторами, многие из которых уже установлены на улицах города. В настоящее время в Рязани и области расширяется система фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения. К уже имеющимся трем стационарным рубежам, это в районе Дягилевского поста, Турлатова и Северно-Кружной дороги, уже установлено 10 камер в городе Рязани фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Все они работают. Так, за июль месяц две камеры на улице Зубковой и на Кубовском шоссе зарегистрировали за один месяц 10 тысяч нарушений правил дорожного движения. Пока эти камеры фиксируют только нарушения скоростного режима. В скором времени камеры будут доработаны и смогут фиксировать и такие нарушения, как выезд на полосу встречного движения, движение по полосе общественного транспорта и проезд на запрещающий сигнал светофора. Всего в области и областном центре будет установлено 78 таких камер. В городе открылось много мест продажи бахчевых культур, то есть любимых многими горожанами арбузов и дынь. Как не ошибиться с выбором ягоды и каков он портрет идеального арбуза в следующем сюжете. В регионе в разгаре сезон дынь и арбузов, радость уходящего лета. А вместе с открытием развалов с бахчевыми зазвучали призывы врачей быть внимательнее, не покупать вызревшие и надрезанные арбузы, ведь есть риск подхватить инфекцию. Самодельные настилы из старых досок или продажа прямо из грязного кузова машин на обочинах дорог. Такие предприниматели, даже если работают по официальному договору, получат штраф. При реализации бахчевых культур в условиях нестационарной торговой сети, торговые точки или так называемые бахчевые развалы должны быть размещены в местах дислокации, которые определены органами местной власти. Администрации города Рязани выделено 30 торговых мест для реализации бахчевых культур на территории города Рязани. Реализация бахчевых культур осуществляется скрытых огражденных навесов лицами, имеющими медицинские книжки с данными о своевременном прохождении медицинского осмотра и гигиенической аттестации. Также при соблюдении санитарных правил, при соблюдении правил личной гигиены, при наличии чистой санитарной одежды, включая головной убор. Также у продавцов должны быть фирменные нагрудные знаки с указанием фамилии, имени, отчества продавца, наименование организации, в которой он работает, и юридического адреса организации. Бахчевой развал на Вознесенской улице выглядит гораздо лучше. Арбузы и дыни хранятся в крытом сооружении, похожем на официальный образец. Территория вокруг ухоженная. И человек, сидящий на месте продавца, увидев съемочную группу, не срывается и не уходит. У него есть все документы. Он знает сорта и имеет санитарную книжку. Когда звук не глухой, это уже хорошее было. Когда глухой, это нехорошее. Надо это вот такой свет. Если темность, это уже другой сорт. Уже сентябрь начинается, конца сентября. Это другой сорт, уже зимний сорт называется. Это уже оставляет мой орган до Нового года. Это краснодарский, как сорт называется, американка. Сорт американка называется это. При покупке ягоды на рынках непременно можно встретить всезнаек экспертов, готовых определить спелость и даже вкус конкретной ягоды с проницаемостью рентгена. Но в реальности арбузных дел экстрасенсы часто ошибаются. Как утверждают специалисты, первейший признак зрелого арбуза – достаточно крупные размеры ягод и контрастный, а не стертый рисунок коры. Еще один признак арбузной спелости – так называемые сухие морщинки на боках. Остальные признаки якобы зрелости арбуза – желтые пятна на боках и сухие хвостики – можно отнести к народному фольклору. Ежегодно 14 августа православные отмечают праздник Медовый Спас, день, с которым связаны старинные обряды и традиции. Издавна именно с этого дня принято начинать отсчет последних теплых дней уходящего лета. С пятницы начинается двухнедельный Успенский пост, последний из многодневных постов в церковном году и единственный посвященный Богородице. Согласно православной традиции, он начинается за две недели до праздника Успения Пресвятой Богородицы и длится с 14 по 27 августа.
Первый день поста в народе называют «медовым спасом», то есть в конце службы совершается освящение меда нового урожая, а православные хозяйки по традиции пекут постные блины со свежим медом. В сельских регионах добавляют к сладкому кушанью еще и мак, либо в мед, либо в тесто. Самое короткое лето. Жара пришла только в августе, и в этом году может уже не повториться. Как и обещали синоптики, к пятнице горожане почувствовали значительное похолодание. О капризах погоды в следующем сюжете. Погода в нашем регионе настроилась на осень. После почти 30-градусной жары в четверг уже в пятницу стало гораздо прохладнее. За холодным фронтом в центр России проникла первая порция холодного воздуха. В августе такое случается. Как правило, волна холода бывает непродолжительной. Но в этом году холодная погода намерена продержаться почти неделю. Поэтому рассчитывать на скорое потепление даже при солнце пока не приходится. В ближайшие дни температура продолжит понижаться. В субботу ночью воздух остынет до 8-10 градусов. Днем даже при солнце и отсутствии дождя температура не превысит 19-21 градуса и сохранится свежий северный ветер. В воскресенье днем усилится облачность, местами может собраться небольшой дождь. Ночи останутся прохладными, а днем не выше 20 градусов. Уже в середине следующей недели ночью плюс 8-10, а днем всего 15-17 градусов тепла. Температурный режим в нашем регионе будет больше соответствовать сентябрю. Грядущее похолодание продлится 5-7 дней. И в последнюю неделю августа сменится комфортной по летнему теплой погодой, которая стала визитной карточкой этого сезона с дневной температурой плюс 20-25. В общем, несомненно, лето в этом году необычное. Но, как ни странно, несмотря на то, что природа не баловала жарой, большинство жителей нашего города отнюдь не разочарованы этим замечательным временем года. Как вам вот лето нынешнее? Я думаю, замечательное. И тепло было, и холодно было. Купальный сезон использовали, открыли? Было, но редко. Замечательно. Вот август, конечно, радует, а июнь с июлем не очень. А купаться получилось? На Орешке или на Тробеже купаюсь, на карьере как-то не рискую. В общем, в целом довольны. Да, я надеюсь, что сентябрь тоже будет таким же, как август. Отвратительно. Почему? Потому что тепло только сейчас пришло в наши края, месяц было очень холодно, не покупаться, так что лето немножко прошло странно. А вообще этим летом купались? Чуть-чуть совсем, наверное, раз пять. Такой, наверное, первый раз лет за пять случилось, что совсем не купались, совсем холодная вода. Ну, как думаете, еще впереди? Нет, уже. Мне кажется, уже нет. Еще чуть-чуть, и все, и уже осень. Вполне нормальная погода. Меня очень устраивает. У моей жены беременность, и поэтому это лето для нее очень хорошее, и для меня, соответственно, тоже. Как вам погода этим летом, расскажите? О, жаркая, такая очень хорошая погода. Мне нравится, в принципе. Так, первый половину лета был довольно дождливо, а сейчас вот как раз вот вроде август, обычно в августе наоборот холодает, а сейчас наоборот небывалая жара, то есть отдыхать хочется, а работать надо, отпуска пока нет, то есть интересно довольно-таки. А какой у вас канал? Город. А купались этим летом? Да, конечно, купался. Много раз? Нет, мало. Не расстроился по этому поводу, что мало? Да нет, не от чего расстраиваться, жизнь продолжается. Не последнее лето, я думаю. Для меня хорошее. Все лето хорошее? Ну да. То есть то, что лучше... дожди никак не напрягало? Ну, напрягало надо и так, и так. Это лучше хорошая погода, чтобы было жаркое, чем холод. А купались летом? Да. Много раз? Много раз. То, что нынешнее лето не позволяет порадовать себя пляжным отдыхом, не причина для отчаяния. Чиновники накануне разработали наиболее интересные маршруты для прогулок по городу. О них расскажет Наталья Новикова. Три новых маршрута, разработанные городским спортуправлением, были презентованы в минувшие выходные на встрече на Почтовой, посвященной Дню физкультурника. Каждый из них имеет разную протяженность – от 5 до 19 километров, преодолеть которые можно пешком или на велосипеде. Маршруты объединяют тематические объекты – спортивные, культурные и духовные. Нам очень приятно, что этот маршрут будет полезен не только для жителей города Рязани, но и для тех, кто приедет посетить наш город, то есть гостям города, да, они могут посмотреть, ознакомиться и, конечно же, пройти, насладиться не только красотой, но и физически укрепиться. Для справки, теренкур – это дозированные физические нагрузки в виде пешеходных прогулок по различным маршрутам. Это полезное занятие развивает выносливость, улучшает работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем, стимулирует обмен веществ. Первые маршруты теренкура были открыты в нашем городе в ЦПКИО год назад.
В августе вечерами горожане могут наблюдать редкое и красочное астрономическое явление – метеорный поток Персеиды. Именно в эти дни наша планета приблизилась на минимальное расстояние к одной из комет. Роман Дворецков поведает о звездах и астрономических явлениях. Общеизвестно, что астрономией люди занимались еще с древних времен. Доисторические культуры оставили после себя такие астрономические артефакты, как древнеегипетские монументы, нубийские пирамиды и Стоунхендж. В настоящее время астрономия стала доступна практически всем. Как раз сейчас на территории всей страны астрономы, да и просто любители звездного неба, могут наблюдать такое явление, как Персеиды. Персеиды – это метеорный поток, то есть мелкие частицы, метеорный рой, который летит по орбите распавшейся кометы. Почему Персеиды? Потому что для нас кажется, что эти метеоры вылетают из созвездия Персея. А на самом деле в течение года много разных потоков, и все они называются по названию созвездия, откуда они вылетают. И пока пик метеорного потока не закончился, у всех желающих есть шанс увидеть это удивительное явление воочию. Главное было бы желание. Это все, что мы хотели вам рассказать. Хороших вам выходных. До свидания. Уважаемые жители города! Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40. 40 20 40.